Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, давай по ежедневкам пробежимся. Выиграйте игру зверским зомби-героем. Нанесите 21 урона героям травяным кулаком и заполните все линии зомби. Так, ну что, я думаю, за травяного кулака. Давай-ка мы... Так, нет, не изменим даже, наверное. Просто удалим. Удалим колоду и составим новую. Так, на чем будем играть? Так, наверное, этих возьмем сразу три штуки. А на чем бы нам сыграть? Этого возьму, наверное. Так, вот этого. Травяной кулак. На чем бы нам с тобой сыграть? Давай, наверное, этих двух возьмем. Блин. Ничего такого супер-пуперского я не вижу, если честно. Крокодил, допустим. Ну и что? На орехах, может быть, нет? Я сам пока не знаю. На ком-то хочется, так давай, наверное, этого поставим. Может быть, этих взять? Наверное, ландшафт нам понадобится. Раз, два, три. Раз, два. Возьмем, наверное, вот этого еще. Стоит ли нам его брать? Может, вот этот гриб возьмем на всякий случай? Кто еще может нам пригодиться? В принципе, вот это, наверное, стоит взять. Гарлика. Чеснок. Нет, чеснок можно было бы взять, в принципе, и к нему добавить удобряшек. Давай проверим, что у нас из этого может вообще получиться. Нам нужно нанести 20 единиц урона, да, я так понял? Или выиграть? По-моему, выиграть. Так, 18 уровень дает нам профессора. Ну, давай так посмотрим. Поставим ее сюда, пускай пыхтит потихоньку. А он делает шаманство трех любых карт. То есть неплохой такой добор сразу в руку себе, да, взял. А мне даже нечего поставить. То есть 4 в лицо мне знатно сейчас прилетит. А я так сделаю. Четыре в лицо, блин. Я ему по одному бью, а мне оп, 4 сразу. Что можно сделать? Так вот. М-м-м. 5-3. Так, у него, ребят, защита сейчас работает. Слушай, ну было бы, наверное, неплохо, я думаю, да, если вот так вот поставить.
Конечно, сейчас у него будет срабатывать защита, это понятное дело. Давай, будешь применять еще? Применяет, потратил все-таки, да? О, как. Ну что, теперь крахмала, наверное, будем вызывать. Я не знаю, что он там. Давай проверим. Твою налево, не знаю, стоит ли мне ставить сюда. Давай посмотрим, кто там. Ага. Ну что, замечательно, друзья мои. Можем сразу этого наказать, чудило-то, да? По идее. Вот таким вот образом. Так, что у него там? Может быть, куриные бега? Ну да. Куриные бега. Так, ну что, этого зомби можно... Ага, вот так вот он сделал. Вот так вот он решил сделать. Так, поставим сюда банан. Или как нам лучше сделать? Наверное, сюда банан влепим, да? А сюда орех. Поехали. Так, 4 в лицо. Это у него останется сколько? 9 хп. Ландшафт этот можно поменять, в принципе, на кофейные бобы. На кофейные бобы. А стоит ли этого делать? Вот в чем вопрос. Угу. Так, интересно, что он сейчас будет делать. Ну, 2 единицы урона всем наносит. Ради бога. О, подарочки пришли. Причем подарочки очень хорошие. Очень, друзья мои, хорошие подарочки нам сегодня пришли. Сделаем так. Ну и, наверное, вот так все. Тин-тин-тин-тин-тин. Что тут еще можно сделать? Наверное, вот так вот. Все зомби получают плюс 1. Вытягивает 2 карты. Так, ну что, теперь, наверное, надо захиляться. Угу. Не надо этого делать. Фью.
Я понял его прикол. Ну что, подрываем, да? Подрываем этих всех, наверное, сосунков. Такс. Погнали. Бонусную сделаем или как? Давай бонусную. Все, друзья, все. Захотел у меня этими крикуньями завалить. Вот же чары, а. Так, ну что, здесь мы сделали. Дальше выиграйте зверским зомби-героем и... расставить всех зомби еще и на линиях. А, но в этом случае нам, наверное, понадобится разгром. Давай попробуем. Вначале, наверное, на спортивной колоде рискнем, да? Я думаю. Раз, два. Или же можно вот на этих попробовать. На животных. Сейчас посмотрим. Или же на гаргантюахах. Вначале, наверное, на гаргантюахах попробуем все-таки, да? То есть тут надо их всех набрать. Блин, дорогущая. Дорогущая колода получается, ребят. Да, дурение дорогущее. Так, что еще тут можно? Давай этого, наверное, возьмем. Ни два, ни полтора, ни спортивная, не поймешь какая, да, колода выходит у нас. Ландшафт, конечно же. Ой, колода, ё-моё. Да. Сейчас, прикинь, сейчас выпадут все самые топовые вот эти вот. По 7, по 8 маны. Играй как хочешь. А ну, знаешь, что я забыл взять? Я забыл взять мумию. Вот что я забыл взять. Чтобы она, если что, могла прикрыть нас от уничтожения. Почему-то я не удивлен. Да, нисколечко не удивлен. Бабах, на чем он будет? Удивил. Прям с лету поставил мину. Я пока ничего не буду делать. Хочу посмотреть просто, что он сейчас поставит. Росточек. Ну, росточек можно, наверное, и убрать. Всякое оттуда может вылупиться, поэтому я уже не буду рисковать. Ну-ка, давай я сделаю, например, вот так. Неплохо, за 4 манны.
тратишь. Ладно. У меня выбор, либо поставить этого за 4 маны, либо это. Давай, наверное, я сделаю вот так. Чтобы просто не смущала меня эта мина, которая там стоит. Опа-на. Что это он собирается сделать? Нам надо срочно вот этого вызывать сюда. Как ты считаешь? Давай посмотрим, кого он сюда поставит. Мину, наверное, сейчас влепит, да? Ну, как по мне, так это глупо. Вот сейчас, что он сделал. Ну и что дальше? Давай далее. Чего у тебя? Сказал А, говори Б. Он, ребята, делает так, чтобы я его не уничтожил. Я понял. Так, на этом кранты. Не в моих интересах сейчас его, конечно, уничтожать. Посмотрим, что он там заклепает. Ну, он прокачивает этого говнаря мелкого, я понял. И все, и сдулся ты, парнишка. И сюда. Не надо было, наверное, так делать, если честно. Он же сейчас сюда поставит кого-нибудь. Так-с. Ну, посмотрим. Блин, орехи свои... Ну, допустим, орехи. Заклинашки ты все равно поставить не сможешь. Все, типа прикрылся, да? Этим орехам хана должно быть, да, по идее? Да. Тут мина. Скорее всего, горячка у него. Бомба-горячка или как там? Мина-горячка там. Перемещает растение. Угу. Даже так. Ха-ха, ну ладно. Перемещает растение. Кого вам переместить? Давай вот этого, наверное, сюда переместим, да и все. Сдулся. Сдулся паренек. Вот что я тебе могу сказать. И... Блин, не заполнил я все линии, к сожалению. Но я знаю, кто может заполнить. Какой... А, подожди-ка. Это надо будет делать спортивную колоду. Раз, два, три. Тут только лишь спортивная колода. Раз, два, три. Где у меня? Это, я не помню, он спортсмен или нет. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Вампиреныша, вампиреныша, да, надо бы, конечно, брать.
на воду поставить его было бы неплохо. Так, возьмем этого, этого. Раз, два, три. Что у нас тут еще может быть? Раз, два, три. И последняя карта. И последняя карта это будет... Призрака, наверное, возьму. Или этого взять. Давай вот так вот попробуем. Наша задача поставить на всех линиях, чтобы стояли зомби. То есть заполнить их. Ну, на спортивной колоде, в принципе, у меня всегда это получалось. Через тренера. Ну, сейчас посмотрим, что у нас тут выйдет. Кто против нас тут будет выступать. Ну, поиск соперника у нас что-то задерживается. Давай, давай, что-нибудь... Нашли. И года не прошло, как нашли. И это у нас зеленая тень 8 ранга. Я уже не верю, ребята, в эти ранги. Раньше я думал, что это фигня, но когда в последний раз меня ушатал 2 ранга, причем такой колодой с такими картами. Нет, это сдался. Это, видимо, действительно новичок был. Твою налево сыграл, называется. Вот на новичке-то как раз и можно было бы расставить все поля зомби усеять. О, 33 ранг. Это вспышка на солнце. Собственной персоны. Посмотрим, будет ли у него солнечный удар. Да ладно, я не верю, чтобы у тебя не был солнечный удар. Ты для чего-то держишь его. Для чего только, интересно. Для чего-то он его держит. Давай так сделаем. Терновый куст у него в конце концов. Ага. Вот он, значит, что решил. Вот он, значит, что решил сделать. Ага. Сейчас эти грибы свои поставить, да? Или солнечный удар. Одно из двух. Грибы или солнечный удар. Что-то он ничего не стал делать. Давай я так вот сделаю. Ого. Я, кажется, ребята, понял, что он хочет сделать. Клананасы. Вот кто это у нас. Скорее всего, это клананасовый чувак. По крайней мере, мне так кажется. Давай смотреть. Сейчас будут мои ребята прокачиваться. Смотри, как это будет выглядеть. Ой, хорошо-то. Давай, давай, плоди. Ну, клананасы, конечно, конечно, ребята, это будут клананасы. Так, погнали.
Солнечный удар он не зря, наверное, при себе держит, да? Как хорошо-то ты попал, а? Ну давай, клононас оставь, чё уж там. Мы с тобой сможем сразу один ряд зачистить. Нам нужно всего лишь 7 урона нанести. То есть даже если здесь... А, вот он как. Это плохо. Но все равно... Вот тут, наверное, сделаем, да, зачистку. Поехали. Такс, ну и что по итогу? Как тут сделать-то лучше? Так, и вот так. Давай смотреть. О, а вот и клононаски, про которую я тебе говорил. Все-таки успел их сделать, да? Блин, если он сейчас здесь уничтожит. Я знаю, что солнечный удар у него должен быть. Блин, причем всех разнесет, да, получается? У него еще молекулярка должна быть. 100% тебе говорю. Такс. Поехали. Молекулярка. Ну вот это-то вообще, ну не в тему, ну ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, вот это вот, ребята, зря. Это вот зря. Не надо было мне, наверное, ставить, потому что... Хотя нет, все. Победа. Должна быть, ребят, победа. Есть. Ну, опять же, не весь ряд мы забили. У нас на воде никого не было. На воде у нас как раз-то никого и не было. Блин, кем же тогда можно сыграть-то, чтобы... Не знаю просто. Просто не знаю. Ой-ой-ой-ой, зубостизилочка. Это плохо. Сам на ней играю. Знаю. К чему это все тут может привести? Последствия и тому подобное. На хилах, может быть, она будет играть. Не знаю. Посмотрим сейчас. Агаф 99. Так, орешки. Ну, понятно, мне пока ничего тут не сделать. Неужели на орехах? Давай сюда поставим. Пенек. Пенек. Окей, пенек, ребята.
Твою налево, я только хотел этот пень уничтожить, а? Хотя, в принципе, уничтожу я его. Давай сюда поставим. Блин, что же он может сделать? Да дофига что может сделать. Давай сделаю так. Сейчас съест с наименьшим здоровьем, наверное, вот этого схаму мечет. Да он опять за свое, а? Он опять за свои пеньки, а? Сто процентов у него есть... А, вот так вот он. Еще у него это сработает, а потом еще и захомячит, да? Сейчас защита сработает, это раз, блин. Сейчас съест вот этого мне. Че он... Я не знаю, ребят. Что он там придумывает, блин. Этого мы уничтожаем с помощью вот этого. Да, да. На. Блин, на воде опять никого нету. Да ё-моё, блин. Не сомневался я нисколечко. Так, этого можно, в принципе, перекинуть сюда. Будет. Упс. Это плохо. Это, ребятушки, очень плохо. Давай-ка его сюда. Чтоб особо сильно тут не буянил. Поехали. Ну, у него две карты, да? Две карты. Ну, если я сделаю, например, вот так вот. Пока все. Тут у меня два варианта. Либо ставить вирус, что, скорее всего, я сделаю. Либо ставить ландшафт. Посмотрим, что он сейчас сделает. Кукуруза сюда бомбанет. Глупо, мне кажется, это было. Ага, ну... Так, это будет 4. Четыре, пять, как ни крути, не получается немножко. Ладно, фиг с ним. Так, еще один вирус будет, да? С наименьшим здоровьем, давай, ешь, ешь. Или карты вытянешь, две штуки. Две штуки карты вытягивает. Ой, какая хорошая карта, ребята. Блин, вот здесь-то как раз и надо было на воду ставить. Надо было ставить этого, он бы... Тьфу ты. Ну и что ты? Ну сделал ты, все равно он выкинет зомби. Но это будет похуже. Поехали. Давай сюда зомби ставь. Кидай сюда его. Сюда кидай его. А, 6 в лицо, как-то неприятно. Хотя нормально. Так, ну что, получается крышка ему, да? Раз. Какой же ты везунчик, а, парень? Просто родился в рубашке. С наименьшим здоровьем, понятно.
Уже безвыходность, уже все, не знаю, что делать. Уже хватается за все подряд. Ну что, друзья, делаю я следующее. А вдруг пробьет, а? Ладно, фиксим. Так, так. И вот так. Успел. Я успел, ребята, сделать это задание, расставить всех зомби по клеточкам. Да, прекрасно. Ну что, друзья, все ежедневки на сегодня мы выполнили. Так что со спокойной душой могу заканчивать сегодняшнюю серию. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.